Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Артем Плешков, школа блогеров. И сегодня у нас третий урок. В нем мы с вами поговорим, как найти свою нишу. Другими словами, нам нужно понять, о чем мы будем писать в блог. Какую тему мы будем там развивать. Нельзя делать блог все обо всем. Нужно, чтобы читатель, который пришел на ваш блог, сразу понял, какая основная идея вашего блога? О чем вы пишете? Так как же найти свою нишу?